Так что так, друзья, всем привет. Выбрались мы сегодня на рыбалку, на баса. Будем ловить сегодня двумя способами. Один ленивый, на живца, с поплавком. Чисто для таких мужиков, которым уже за 30, не хочется бегать. Второй способ, будем на такую жабку ловить. Сегодня у нас все позарастало. Так что хороший шанс сегодня поймать что-то на жабку. Так что смотрим видео, ребята, никуда не уходим. Спасибо, что вы нажали на это видео. Смотрим дальше. Так, зарядим сначала живца. Пускай живец отрабатывает. И пойдем блеснить. Ребята, как всегда, если вы помните мои видео, на живца всегда маленький крючочек, четверочку, грузик. И цепляйте эту сюда через ноздрю, чтобы живец дольше жил. Хорошо? Все, так что забрасываем и ждем. Сначала баса всегда нужно расклевать, и он потом нападает. Иногда надо подождать немножко. Так что забрасываем. Витя свои удочки забросил, я свои. Так что будем ждать рыбку. Я попробую еще на жабку половить. Посмотрим. Я думаю, все будет сегодня пучком. И все. Ждем нашу рыбку, ребят. Что у нас типа не застреет. Ну, посмотрим. Не хочет. Ну, будем облавливать, значит. Думаю, Витька щука сидит. Панцирная щучища. Да подожди, как утопит. Так. Что-то не мило. Так. У нас где-то там первая рыба сидит. Сейчас я ее подсекну. Я не знаю, куда он пошел. Мне надо, чтобы почувствовать, чтобы он развернулся сначала. Потому что он... Ладно, я его не вижу. Я просто подсекую. Что-то случилось, короче. Я не ту удочку подсекну, представляешь? Мама родная, я не ту удочку вытащил. Ребята, это ж... Вот он, короче, он там потянул его, я... Ух, есть! Крепко лоханулся, блин, не ту утку подсекнул. Ладно, ничего, бывает. Не, отстала. Отстала щука. Ха, был удар, и короче. Есть. О, первый бас. Ну, иди сюда. О. Наконец дождались. Ху, я думал, уже все, ничего не будет. Вот он где. Чуть не сбежал. Так что все, жареха удалась. Первый красавчик такой. Это сколько, наверное, полкилограммчика? Ням-ням-ням, скажи, что тут? Бес сидит.
Ух, хороший. А ну давай, иди сюда. Взял все-таки. О. Ого, хороший басик тоже. Как тот, слушай. Ого, больше немножко. О. Жареха будет. О. Они даже цвет поменяли что-то. Наверное, ударила по им корона тоже. Это твоя удочка. Что это такое? О, вот видишь, как потянуло. Ух, есть. Давайте сюда. Ого. Ого, Витек. Что это такое? Ух, хороший бэс. Да что ж это за день такой, а? Он только что убил его пару раз. Утонет ли они? Не-не-не. Ну. Так я какую-то удочку взял. О, идет куда-то. Да ну, что у нас там будет? А? Ну, сидит басик там, хороший. А ну, не вздумай. Ого, этот, он, слышишь, они как все эти, от одной мамы. О, хороший. Тройнятки у нас. А не, этот больше. Слушай, они больше и больше попадаются, по сантиметрам растут. Красавчик. Ням-ням-ням. Трио есть. Идем дальше. Не знаю, как почему, но все ловится только на одну удочку. В чем прикол? О. Да. Ну что, давай тюни Щукевича. О! Сошла? Нету. Да, покусали только. Ого, даже ребята змееголова поймали. А ну иди сюда. А не, это аллигатор. Ух, гарфиш. Ну ладно, пускай уходит, опускаю. Так что вот, друзья, поймали несколько таких красавцев. Можно сказать, что день удался. Все, будем скоро собираться. А этих мы поставим на сковородочку. Пускай будут они полезные нам. Так что, ребята, спасибо, что нажали на это видео. Смотрите нас. Все, до свидания. Спасибо вам.